В Ильджук праздник нового урожая проводится на Слободской земле уже в шестой раз. Святозарево встречает гостей всегда щедро, с размахом. Из угощений главное – праздничная ячневая каша, емкости с которой пустеют на глазах. Все бочки пустые, посмотрите-ка. Большой спрос! Очень большой спрос на кашу вкусную. Сколько котлета? Ятели, чем не было. Много-много. Вот те пустые уже. Гости приезжают специально, чтобы отведать эту кашу, порадоваться за новый урожай. Ведь по древнему удмуртскому обычаю первую кашу варили сразу после жатвы ячменя. Удмурты – представители аграрной культуры. На Святозаревской земле живут столетиями. Умные, трудолюбивые, как работали, так и отдыхали. Весело. А раньше свадьбы какие были веселые. А вечерки тоже по деревням было только. Вот нам, если свадьбы были, да, свадьбу обязательно идешь уже в другую деревню смотреть. Очень весело было. Праздники – неотъемлемая часть любой культуры. Одни уходят в небытие, другие появляются, возрождаются забытые. В подготовке к этому участвовали едва ли не все жители Святозарева. Местное население ведь помогает. Все вон этот наш адрестол приносят. Кто чем может, кто чем богат. Все равно народ-то поддерживает ведь друг друга. И здесь год от года удается создать атмосферу того праздника, на котором любой гость чувствует себя самым долгожданным, независимо от возраста и национальной принадлежности. Замечательный праздник, который собирает много народа, который не только удмуртским праздником, по сути, на сегодняшний момент является, а большим межнациональным областным фестом, хорошим народным фестивалем, который собирает лучшие творческие силы, который чествует тружеников села, который, самую главную миссию свою выполняет – собрать людей. Молодежь впитывает с самых малых лет народные традиции, обрядовую культуру, язык. Ну и, в конце концов, самое важное – уважение к той земле, к тем корням, откуда ты сам родом. И это, пожалуй, главное – сохранить и приумножить богатое наследие удмуртского народа. Станислав Кайсин на праздник приехал с женой и детьми. Говорит, нравится здесь атмосфера, да и детям новые знания лишь на пользу. Дома рассказываем и приезжаем сюда периодически. Мама у меня работала в ДК здесь, в Святозаревском, поэтому она еще очень много помогает в этом отношении. Что ты знаешь об удмуртской культуре? В Ижевск ездили посмотреть, как там живут, чем отличаются. Наш город от другого города, национальности другой. Бабушка Галя много рассказывала. Галя много рассказывала то, что здесь в Ильджук начали проводить, потому что здесь школа рядом. И чтобы ближе к другим городам, чтобы больше приезжало гостей. Гостей действительно приехало много, из многих районов нашей области и соседних регионов. Так в тесном кругу отметили праздник. Праздник нового урожая.